31 января в семье Юлии Началовой когда-то наступил один из самых радостных дней в году, но уже пятый год подряд. В этот день родственники певицы приезжают на кладбище. Если бы она была жива, сегодня певица исполнилась бы 43 года. Началова скончалась в марте 2019-го из-за инфекции в крови. Она слишком долго откладывала визит к врачу из-за небольшой раны на ноге. Многие годы страдавшая от подагры певица приучила себя терпеть боль, в результате чего воспаление довело до гангрены. Когда Юлию госпитализировали, ситуация была критическая. Врачи предлагали провести ампутацию, что могло бы спасти ей жизнь, но она категорически отказалась. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище. Сегодня на могилу Началовой приехали ее родители, дочь Вера и близкие друзья. Мать покойной певицы Таисии показала утопающую цветогранитную плиту. Глядя на портрет Юлии и обилие букетов в глазах фанатов, появились слезы.